Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Растение против зомби 2. И начинаем, как всегда, с ивента. Давай-ка, поехали, посмотрим. Так, значит, здесь у нас зомби с бочками, зомби-пираты и еще какая-то там шелупень. Начнем. Так, нам дают с тобой 3 стрелов. Этот ивент мне до боли знаком, если честно. Уже что-то наподобие такого я видел. Опа, удобрение, спасибо. Так, пираты, бочка. Слушай, может быть, наверное, мы сюда с тобой поставим вот эти вот фасолины. Сейчас, по-моему, из бочек будут выпрыгивать мелкие-мелкие противные зомби. Так, тихо. Мы с тобой везде здесь поставим защиту. Так, давай. Можно применить, конечно, ульту. Наверное, уже придется нам ее применить, так как опасочка есть. И еще одну ульту. Так, спасибо за удобрение. Так, и еще одно удобрение. Отлично, шикарно живем. Так, секундочку. Погоди. Мы можем с тобой сделать еще и вот такую вот ультушку. Оп, откинуть просто-напросто их. Но почему-то мне кажется, что это не особо выгодно. А лучше все-таки применять на 3 стрела, да? У него более-менее эффективнее атака. Так, ну что, подключаем. Не особо хорошо сработало. Давай еще разок. Твою же налево. Так, друзья мои. Ну, просто давят. Представляешь, просто давят. Давай выпускать сюда. Вот так вот. Здесь, наверное, нам тоже. Ну, тут, видишь, они уже сами сейчас дотронутся. То есть, одними 3 стрелами я здесь не справился. Но зато и рубля не вложил, так скажем, да? Но у нас, не забывай, 8500 голды. Монет. Так, оттолкнули. 3 стрелы сюда поставили. Ну, в общем, все равно здесь победа будет за нами. Сам понимаешь, да? Ну... Все. Две газонокосилки с тобой истратили, но ничего страшного. Так, а теперь давай смотреть, что нам выпадет. Ага. Ну, вишневая бомба. И 1000 голды. Да ну, что так... Не, ну на самом деле меня не устраивает такой расклад. Конечно, можно это все дело переиграть, да? Если вас не устраивает реворд, вы можете переиграть и получить другой. Ну, я не хочу просто на это тратить время, а мы с тобой лучше... Пойдем на основную сюжеточку, а может быть и сходим. Так, мы на 25 уровне. Вы помните, да, что там полная жесть, мне не хватило денег для того, чтобы отбиться. Так, кстати, надо сбегать на огород и быстренько глянуть, что у нас там с вами созрело. Слушай-ка, созрел подсолнух. Я думаю, для этой миссии он даже очень неплохо зайдет. Я его возьму. Подсолнух. А что дальше-то? Магнит нам, наверное, не нужен. Слушай-ка, а нужен ли нам с тобой древний орех? Лучше мы с тобой, наверное, вот так вот сделаем. Я не знаю, будет ли он отталкивать дымогриб, например, тех же самых водолазов. Это нам стоит с тобой проверить. Давай все-таки возьмем с тобой эти орехи. Не будем, чтобы тут место у нас было с тобой свободное. Так, сталью надо еще было полить. Ну, в принципе, устраивает меня пока как есть. Так, на аренку дай-ка я быстренько загляну. Пока с тобой тут не позабыли. Слушай, может быть нам пройти, а? Еще один турнирчик. Где я вообще нахожусь? Оу, я, ребята, на 6-м месте. 5 конфет разыгрывается. Давай сыграем с тобой. Сам понимаешь, да, там вкусные награды. Когда получаешь первое место, там очень много гемов тебе дается. Ух, я уже забыл, какую мы тут тактику с тобой применяли. Тут ее, по-моему, даже и нету. Возьмем с тобой халапеньо. Так. Зомби есть. Так, возьмем боулинг. Возьмем мину. Возьмем древний подсолнух. Так, сталью, наверное, нет. Лаву-гуаву. Вот таким вот составчиком с тобой и пойдем воевать.
Поехали. Так, ну, во-первых, надо высадить нам подсолнухи, да? Вот так вот, для начала. И, наверное, мы с тобой минки тут влепим. Вот так вот. Все, поехали. Угу. Пошло, поехало. Пошло, как говорится, поехало. Ну, естественно, я еще буду выставлять луковицы боулинг. Также не забываем про лаву гуаву. Она нам здесь будет хорошо помогать. Так. Эти зомби защищенные меня раздражают. Так, куда бы нам... Так, не успеваем, да, подбить? Так, одну мину потратили, соответственно, сразу высаживаем новую. Можно было бы, конечно, и перчик применить. Не буду я пока тратить ульту. Все, допрыгались, заскакались, кузнечки. Оу, а это у нас слишком сильные зомби пошли, поэтому лава-гуава. Упс, пора тратить, ребята, пора тратить. Потому что у меня не бралось удобрение. Потому что все ячейки были якобы заняты. Так, ну что, тут взрыв? Что, еще придется применить, да? Окей, окей, здесь у нас все отлично. Тут, наверное, мы сделаем с тобой вот таким вот образом. Так, боулинг. Боулинг что-то не справляется, особенно вот на верхней строчке. Иди отсюда, мелюзга. Так, давай сделаем таким вот образом. Что там происходит, я не пойму. Что за взрывы-то, ё-моё. Ой. Друзья мои, как-то грустно, грустно тут получается. Наверху так вообще трэш полнейший идет. Давай сюда, наверное, мину попробуем забомбашить. О, так, здесь еще и смотри. Я думаю, почему мы с тобой не можем никак пробить зомби. Так потому что здесь, вон, смотри, уже надгробия стоят, которые, соответственно, нам сильно здесь мешают. Они... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. И как нам быть? Следующая газонокосилка у нас сработала. Блин, печалька какая-то. А если я сделаю вот так вот? Просто навред им, пускай там взрывы у нас произойдут. Бамс, офигеть, просто что там происходит. Ды-дыш, здесь тоже нехило. У меня ни одного подсолнуха нету, поэтому финансы я вряд ли откуда смогу получить. Да. Как-то вот так вот. Все. Ну, друзья мои, судя по очкам, мы с вами на первом месте здесь, да? И Сайма проиграл. Он, ну, у него электрический горхострел был. Ха. Блин, я хочу заработать 3 пиньяты. Друзья мои, вы, надеюсь, не будете против, если я посмотрю рекламку? Ать! Смотри-ка, смотри-ка. 20 штучек. Это, походу, дело перекати поле. Что-то типа того, да? Ох, сладкий ревард, 50 гемов там, видел? Можно заработать. Смотри, у нас с тобой нет перчаток, да? Но мы можем получить 3 пиньяты. Но это нужно... Давай, короче, сделаем. Посмотрим видосик. Ну что, друзья мои, мы получили с вами еще одну перчатку, поэтому я с превеликим удовольствием продолжу битву на арене. Так, марка 2. Окей, марка 2, давай посмотрим, у кого будет тактика лучше. Ай, так, ну что, вишневую бомбу я брать не буду. Может быть, нам с тобой взять лазербин? Не, не хочешь? Возьмем. Может быть, нам одних мин с тобой тут натыкать везде? Нет, это ерунда, тоже получится. Хм. Там идут установки. По идее, нам бы вот этот вот персик не помешал бы, да? Против установок-то. И хочется, как говорится, и колется. Я не знаю, что и сделать, как быть. Может быть, нам вот это вот лучше пригодится? Нет. Раньше мы с тобой не могли жить без защитника. Но теперь мы не можем с тобой жить без подсолнуха.
Да-да. Поехали, друзья мои. Ой, высаживаем по солнышке. Ну, это как всегда, по стандарту. И начинаем высаживать с тобой мины. Мины поставим, наверное, вот здесь вот. Чуть подаль от нас. Все, 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 все. Поехали. А, музыкантишка пошел там наяривать. Ну и как ты понимаешь, когда музыка играет, все зомби начинают переходить с места на место, да? Что очень сильно раздражает. Так, ну что ты тут расплясался, а? Подсолнухи, родные мои, дайте мне, пожалуйста, может быть, еще рядок пока засадить. Может быть, и засадить. Можно ее так вот сделать пока еще. Ой-ой-ой, сейчас будет первый взрыв. Первый взрыв прошел на ура у нас с тобой. Враги все подходят и подходят. Не угомонятся все никак. Так, лава-гуава, давай вперед. Вот эти зомби с вагонетками на голове уже больно какие-то имбовые. Очень-очень мощный. Так, а если я сделаю вот таким вот образом? Жик. Неплохо, да, там взрывается? Просто взрывы везде вокруг, сплошь и рядом. Давай-давай-давай-давай. Так, погоди, парень, куда, вот куда ты идешь? Нечего тебе здесь вообще делать. Так, еще одно удобрение с собой забираем. Ох, вот здесь вот как раз бы нам не помешал бы с тобой электрический стебелек. Что-то я забыл совсем про этих пернатых, которые здесь есть. Ай-яй-яй-яй-яй, вот они-то как раз мне тут все и съедают. Вот почему, ребята, мы с вами проигрываем. Впредь этого лучше не делать. Надо брать электрический стебелек. Вместо кого? Да, вместо лава-гуавы. В принципе, даже очень неплохо будет. Так, подожди, у нас с тобой нету никакой пока мины. Блин, ну давай хотя бы так сделаем, что ли. По крайней мере, сейчас, на данный момент. И сделал... Блин, не то сделал немножко. Немножечко не то я сделал. Так, давай мину с тобой, вот так вот ее распетрушим. Так, зомби. Да, без электрического стебелька очень плохо. Ну, по крайней мере, можно было бы даже не стебелек взять, да, а шипастую лужайку. Только каменную, естественно, от нее больше толку. Да, наверное, мы так с тобой сделаем уже, ну, в следующий раз. В следующий раз мы с тобой так именно и сделаем. Ну, мина, бомба, а, они быстро ее сожрали. Давай выпустим здесь. Так, ну что, все равно я здесь выиграл, как ты видишь, да? Окей. 5 корон получаем, и пиньятушка у нас с тобой в кармане. Окей. И еще при этом обновилось все, так что мы можем с тобой даже заработать еще перчатку. Ох ты, это гранат у нас, да ведь? Бомб-гранат. То есть бомбовый гранат, я не знаю, что он делает. Так, такого растения у меня тоже нету. Пауэр-лили. Слушай, это, по-моему... По-моему, это растение для воды. Именно для пляжа. То есть это лилия водяная. По-моему, так. Ну что же. Перчатку. Если мы с тобой получим перчатку, да, мы... Но тут почему-то стали давать одну перчатку. Раньше, помню, давали две. Кстати, у нас 10 тысяч с тобой еще. Хм. Ну что, я думаю, пора, наверное, переходить уже на основную сюжетку. Так, у нас... Ага, заработали мы с тобой гемы. Две штуки, так. 5 штук и конфет. Сколько там, по-моему, 5 штук, да? Так, ивенты. Всего лишь 3 штуки ивентов у нас. Ладно, друзья. Да что ж я делаю-то? Мне нужно пойти на основную сюжеточку. Так, мы остановились с тобой на пляже. Поэтому заходим на пляж и начинаем потихонечку. 25 уровень у нас, да?
Так, растения вроде бы я все взял. Вот скоро мы получим с тобой банановую бомбу, если доживем до этого момента. Ну, поехали. Если я не ошибаюсь, я сфейлился здесь именно из-за того, что рыбаки противные, да? А, тут еще надо накопить 3000 солнца, что ли? Или... Нет, не накопить. Я должен уложиться в 3000 солнца, да? Против вот этих всех аглоедов. Здорово. Как мне тут поступить? М? Я уже забыл тактику, если честно. Подожди-ка. Мы хотели с тобой взять подсолнухи. У нас же как раз ультовые, да? Двойной подсолнух. Где он? Вот он. Двойной подсолнух. Потом кого я взял? Слушай, а он будет садиться на кувшинке? А будет ли вообще от этого толк? Тоже неизвестно. Орех. Ладно, возьмем с собой орех еще. Так, а вот этот вот у нас что делает, парень? Подожди-ка, может быть нам лучше вот так вот сделать и... По-моему, он усиливает ближников, да? Блин, я не помню. Давай вот так вот еще сделаем. Стоит ли брать нам вот этого чудика или нет? Фиг его знает. Погоди-ка, лучше мы, наверное, Тина возьмем с тобой. Ну что, ребят, поехали. Ой, за 3000, да, нам нужно уложиться с тобой? Всеми правдами и неправдами. Ну что же, будем с тобой высаживать тогда крокодильчиков пока. Так, водоросли, я даже не знаю, нужна ли нам водоросли. Дайте мне, пожалуйста, 125, поехали. Угу. Так, боулинг. Поставим сюда. Так, а может быть нам вот так вот выгоднее делать? И чертополох, пускай бомбит. У нас там, по-моему, еще за сколько-то, за 10 секунд уничтожить, да? Сколько-то зомби, по-моему, такое еще задание у нас было. 10 зомбарей, вроде бы так. А вот, ребята, и рыбачок появляется. А вот и рыбачок. Так, ну давай, давай, давай. Ага. Рыбочка не так-то просто уничтожить, как я смотрю. Я думал, что он сразу будет погибать, но нет, ничего подобного. Но-но-но-но-но-но, куда ты там плывешь, а? Так, тут еще и это, да? Король водяной, короче. Так его назовем, блин. Других слов у меня нету. Что у нас там по деньгам-то, ребята? 275 монет у меня всего лишь осталось, да? Как хочешь, так, как говорится, и дерись. Давай, 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 отлично. Очень мало ульты. Так, опять вышел этот у нас. Ну, давай, давай его, подбей. Уничтожили, да? Отлично. Так, готовимся к следующей волне. Погнали. Оу, воу, 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 воу. Гаргантюа тут появился, ё-моё. Как вот мне быть? Мне их только откидывать. Потому что другого варианта все равно пока нету. Ну и, естественно, вот так вот делать. Ну куда? Что, еще там гаргантюа, что ли, пошел? А, ну сейчас же еще волна будет, ребят. Сейчас будет еще волна. Так, погодите секунду. Что мы можем с тобой сделать? Ну давай вот так вот хотя бы бомбанем. Все равно другого пока варианта нету. А этот все подтягивает втихаря. Подтягивает. Давай. Хоп. Нормуль. Так, ну 50 последних монет. Я думаю, что я тратить их не буду, друзья мои. Мне проще здесь, наверное, вот так вот сделать. Да?
Ну и забомбить все. Ну, я вам скажу, друзья, не особо так было сложно. Со свежими, как говорится, силами, с ясной памятью, с трезвым умом. В общем, прошли. Потратили, да, конечно, с тобой сколько там, 2000. Но это ничего страшного. Зато получили пиньяту, и давай посмотрим, что нам из нее выпадет. Ну, 100 монет это по стандарту. Две водоросли. Так, и три боулинг-луковицы. И на этом все. Переходим с вами на 26-й, получается, день. Да, и все задания я выполнил. Уложился, как говорится, и уничтожил 10 зомби за 5 секунд. Будьте добры, огласите весь список следующих заданий. Угу. Две дорожки, да, всего лишь? А, ну тут таким вот образом, ладно. Раз у нас здесь таким образом, значит будем... Блин, все время забываю, что вот так это делается. Банана! Банана, ё-моё. Давай, бомби. Спасибо. Так, секунду, я тут... А что-нибудь кроме бананов-то... Ой, кроме орехов-то что... Вот, вот, спасибо. Хотя бы на этом. Давай, въяриваем. Так, вот этого надо уничтожить. Окей, что, по второму рядку с тобой, наверное, придется, да? Замутить все это дело. Ладно, мне не страшно и не трудно. Ну, раз надо сделать, почему бы и нет. О! Слушай, банана, давай-ка мы с тобой вот так вот ультанем маленечко, да? Хорошо, красиво, смачно. Можем еще ультануть. Ай, замечательно, красиво. Так, ну ты понимаешь, пока еще тут гаргантюа нету, а они рано или поздно появятся, нам нужно здесь отбиваться. Так, дай ульту, точнее удобрение. Не хочет давать, а? Так, что тут слишком тут много кувшинок дают? Зачем столько много-то мне их, а? Эй! Зомби, отвали! Грызет уже мне там вовсю. Так, может быть, нам лучше ультануть здесь? Угу. Так, дальше сами. Дальше мы с тобой будем бомбить. Эй, а как ты? Я, честно говоря, не думал, что он может проходить. Блин. Давай, поехали. Чё? Не можем мы его забомбить, что ли, получается? Ладно, раз не можем, будем тогда вот так вот делать. Зачем столько кувшинок? Объясни мне, пожалуйста. Куда мне их тут солить, что ли? Дайте мне лучше орех или ещё... Эй-эй-эй-эй-эй-эй, блин, один банан съели. Один банан все-таки я прозевакал. Сам виноват. Ага, мне дали замену. Давай-давай-давай-давай, бананы лупим, влупим. Водолаз, ты задолбал. Так, подбил я его, да? Что там за смех идиотский? Где там? О, гаргантюа пошел. Может, его не гаргантюа звать, но... Я их называю всех. Всех, кто больше обычных зомби, у меня гаргантюа становится. В автоматическом режиме. Эй! Не надо свою вот эту вот... мелочь выплевывать мне. Так, с флагом. Ты что там жрешь втихаря? Обед еще не наступил. Ульта, погнали. Чтобы на них тут не любоваться 100 лет. Все, остается лишь один гаргантюа и вот эта вот мелкая русалочка. Сейчас мы русалочку с собой подобьем и гаргантюа тоже будем добивать. Изи. Отлично, уровень веселый. Так, я еще получил новое достижение. Банана шторм. Так, а по идее нам должны дать банан. Скорее всего, он сейчас нам и откроется. Ну-ка. Next level. Блин, надо было на огород зайти. Мы же с тобой потратили, да, подсолнух и орех. Соответственно, ячейки у нас освободились. Что тут опять? Ага, тут суши не будет совсем. Тут суши совсем у нас не будет. И мы с тобой... Как-то я не знаю. Что же у нас тут? Банан. Так, бонг чой. Хм.
А как нам с тобой сделать? Как нам с тобой сделать-то? Нам дали основу, да? То есть подсолнух, кувшинка, орех, бонгчой и банана-бомбу. А я беру... Ага, вот. Вот так вот сделаем. А, я могу их улучшить. Ёлки-палки, я не видел, ребята. Конечно, мы будем улучшать с тобой боулинг. Никто тут больше не хочет у меня улучшиться, а? А может быть, я что-нибудь прозевакал? Нет, по-моему, все. Все остальные молчат. Поехали, ребят. Блин, тут еще эти водяные бесявые будут. Точнее, не водяные, а эти. Ну, ты понял. Рыбачки, вот. Рыбачки. Так, нам надо с тобой... Блин, а банановая бомба-то стоит пятихаточку, немало, да? Блин. Так, ну, например, я поставлю вот так вот. Пока. Посмотрим, насколько ты крепок и силен. Крокодильчик-то наш. Ой-ой-ой, он слабый. У него, он слабо очень бомбит. Сам, наверное, видишь это. Лучше, конечно, боулинг ставить. Но, опять же, против водолазов он не катит. Зачем это на... Совсем, ребята, как-то не то получилось, что я хотел. Чего, так вот с тобой быстро сфейлимся, что ли? А? Че это? Так правильно, мне просто некого больше ставить. У меня подсолнухи, как говорится, не стоят. А если стоят, то придется так сделать. Но это пока, ребят. Тут как-то отбиться. Пускай. Сколько он стоит? Ой, 1150, зачем? Я думал 750. Ага. 750, мечтай, елки-палки. Подсолнухи, вы будете что-нибудь давать мне в конце-то концов, а? Давай вот так вот сделаем с тобой. Я просто хотел вот, что сейчас будет первая волна, что ли, получается, да? Давай, наверное, с тобой сделаем вот так вот орех. Ни одного удобрения у меня нету пока. Так вот сделаем здесь. Так, бонгчой, бонгчой. Мне как-нибудь поможет вообще бонгчой здесь? Точнее, этот крокодильчик. Бонгчой я хотел поставить. Ага, ага. Плывет. Плывет водолаз. Так, подсолнухи, хорошо, спасибо вам большое. Так, здесь поставим боулинг. Ну, крокодильчик, ты срабатывать будешь? Сработал. А вон и наш дружок, друзья мои, появился. Так, вытянул, да, все-таки крокодильчика? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так, что мне тут сделать-то? Блин! Совсем худо здесь. А что делать? Вытягивает, вытягивает он мне все здесь, а? Ай, как все грустно-то. Давай, вытягивай. Бонгчой там один не справится, ведь верно? Так, эти идут здесь. Как интересно накопить здесь на банановую бомбу. Объясни-ка мне. Если она стоит столько финансов. Давай я попробую как-то сделать вот так. Сюда поставим орех. Не хватает удобрений, если честно. Элементарно не хватает удобрений. Все-все-все, сейчас съедят здесь крокодильчика моего. Бедолашку. А, он орех там лопает, да? Пока он лопает там орех. Твою ж налево. У меня, знаешь что? У меня наверху нету защиты. То есть получается, что если они здесь пройдут, то это будет все, ребят. Это будет финиш. Поэтому мне вот придется так вот делать.
Да уйди ты! Блин, прет. Бонг Чой, давай, разберись с ней. Так, эти пошли вытягивать подсолнухи, да? Давай тогда сделаем с тобой сюда крокодильчик, пускай он тянет его. И мне бы на самом деле бы не помешал бы сейчас перец. Вот здесь вот вообще все зажато. Сделать мы здесь с тобой ничего не можем. Хотя я могу вот сюда поставить боулинг. Сейчас потопят подсолнухи мои, да? И я вообще останусь без финансовой поддержки и солнечной энергии. А волна идет. А волна, друзья мои, идет. Так. Че, один подсолнух всего лишь остался, и все? Как ты долго, как ты все это долго делаешь, а? Так, ну что я могу здесь? Предположим, давай вот так вот сделаем. Так, этот вылез. Здесь мы с тобой можем вот так вот запустить крокодильчика. Так, самое главное для меня это верхняя строчка, потому что только там у нас с тобой нету моторного, как говорится, двигателя. Остальное, в принципе, меня ничего не страшит. Окей. Так, здесь пускай тоже лопают, предположим, да? Вот здесь можно вот так сделать. Здесь, наверное, запустим уже сами, так сказать, уничтожим их. Чё там шоркается, я не могу понять. Давай, в конце концов, вот так вот его сделаем. Все, друзья мои. Прошли, но, опять же, деньги потрачены. И их не вернешь. Дали мне банана, спасибо, но он стоит 500 солнечной энергии. Это очень много и дорого. Чтобы его поставить хотя бы одного, это нужно тут 5 лет работать. Так, мы с тобой заработали пиньяту, давай откроем. И что же нам здесь выпадет? Так, 5 крокодильчиков. О, еще 10 крокодильчиков, и мы сможем их улучшить. Так, 2 банановые ракеты. И все. И все. Ладушки, давай заглянем к себе на огородик. Посмотрим, что у нас там можно посадить. Так, здесь у нас... Ага, дикий подсолнух. А здесь капуста, а сюда выпадает... Лилия? А что интересно она делает? Кстати, я только сейчас подумал, что интересно лилия делает под удобрениями. Как ее там торкает. Неизвестно. Так, ну что же, а мы с тобой переходим на следующий уровень. Это у нас 28-й. Слушай, как ты думаешь, мы сможем сегодня пройти полностью пляж? Что-то мне подсказывает, что нет. Но всякое может быть. Давай-ка все-таки вернемся с тобой на город и заберем вот этих вот ребятулек. Потому что они на самом деле здесь не нужны. Всякие луки и так далее и тому подобное. Они только мешают мне. 28-й уровень. И что же нас здесь поджидает? Лишь бы не испытание. Вот все что угодно, только не испытание. Ага, не дайте съесть 5 растений. Блин, горелый, а. Не дайте съесть 5 растениям. Зашибись. Ну и как тут? Блин, ты представляешь это, а? Ё-моё. Так, бонг-чой. Зачем мне бонг-чой? Так, мне нужен, наверное, здесь дикий подсолнух. Дикий подсолнух, наверное, кувшинка понадобится. Интересно, это прокатит? Или нет? Не знаю пока. Так, близнец и... Кто у нас там? Блин, крокодильчик, что ли, вызвать? Крокодильчика. Так, мне сказали мои подписчики, что... типа вот этого и... Этого могут бомбить, да? По водолазам. Поэтому, я думаю, есть смысл взять Аки. Но только вместо кого мы ее сейчас возьмем? Вместо банановой бомбы. Да, вопрос, конечно, интересный.
Вопрос интересный. Блин. Ладно, оставим пока так. Чего? А, все, я понял. Хлопенье не годится здесь. Хлопенье здесь, видите, не годится. Ну, потому что, да, мы с тобой, если его испробуем, ну, используем, это будет как смерть. Ай, как смерть. А нам с тобой нужно... То есть вот эти вот тоже защитить кувшинки, блин, да? Блин, это будет сложно. Серьезно тебе говорю, это будет очень и очень сложно. Ха. Да. Ну, предположим, я поставлю Аки. Зачем, пока сам не знаю. Ну, это, грубо говоря, от тех самых водолазов. На самом деле, мне нужно сюда ставить боулинг. Мне нужно ставить боулинг. Так. Блин, Аки, как-то ты долго тут строчишь. Блин, они подходят. Сейчас посмотрим, ребята. Я не знаю, крокодильчик тоже будет считаться как проигрышным, да? Трындец. Вот так вот, вот тебе и крокодильчик. То есть я истратил, ребят, крокодила, но ты сам понимаешь, да? Это получается как смерть. Это плохо. Так, смотрим. Там еще этих не было. А они пойдут? Вон они уже вышли. Друзья мои, они уже вышли. Уйди отсюда. Почему я не могу старика этого уничтожить? Да ну, блин. Два растения, ребята. Еще два растения и все, и нам труба. Пришлось вот так вот делать. Я просто больше не знаю, каких вариантов тут еще придерживаться. Так. Пришлось, друзья мои. Ну, ну жестко ведь, сами видите, что тут делается. Я все практически деньги тут разбазарил. И это еще не последняя волна, да? Еще будут враги. Еще будут враги сейчас. И вот, вот это, по-моему, у нас последняя волна, да? Вот сейчас будет. Давай, 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 давай. Ну, какой там, блин. Ой, а у меня нехватка, друзья мои. У меня нехватка. Все, я проиграл, да? Проиграл. Не получилось у меня, к сожалению, пройти этот уровень. Из-за этих чертовых рыбаков, которые вытягивают мои растения на воду. Хм. И как быть? Еще разок сыграю. Да, без денег, ребят, но... Если бы у меня были бы прокачаны растения, может быть, все было бы немножко полегче, попроще. Так. И здесь нельзя применять такие, как халапеньо, которые очень быстро погибают. Ты понимаешь, знаешь, что у меня? То есть... То есть выживай как хочешь. Орехи, соответственно, тоже нельзя. Тину тоже нельзя, потому что они сразу погибнут. Я не знаю, может быть, а стоит ли он того. Бонг-чой здесь будет бесполезен. Капелька тоже будет считаться как погибающее растение, которое просто используется разок.
Кукуруза. Ну что, вот кукурузы тоже толку мало. Кувшинку. Крокодильчика, оказывается, тоже невыгодно нам здесь делать. Соответственно, и лук. Очень-очень маленький, ребята, выбор. Ну, мне кажется, что вряд ли у меня здесь что-то получится. Как-то вообще не вариант, если честно. Денег нету, поэтому... Ультануть не получится. Идут, идут. Голодранцы, да? Ну, давай для начала сделаем вот так вот. Бежит, бежит куча охламонов. По всем фронтам меня хотят задавить. Надо было мне, знаешь, что там делать? Я что-то не подумал. Надо было применять мне моторку. Угу. Если бы я моторочку бы применил, возможно бы у нас совсем был бы другой исход. Но, видишь, я что-то... Как-то, если честно, не особо сообразил. О, сейчас едят, да? Сейчас едят у нас... А, нет, там не успели. А, они кувшинки не видят, да, когда идут по земле? Понял. Но... Да куда ж там, ё-моё. Подсолнухи едят. Ай-яй-яй. Так, водолазы. Аки, давай. Вон, они уже бомбят. Тунц. И вот это вот самое вот бесявое. Смотри, что они... Они все тут поедают. Ну и как вот тут? Вот, как вот тут сделать? Бульк утонул, все, ребят, последнее растение осталось. Мне кажется, тут без денег вообще никак не вырулить. Не, тут вообще, ну просто без финансов невозможно. Если бы, конечно, у тебя были бы растения прокачанные там, я не знаю, до 10 уровня, которые сразу же бомбят как шалелые. И у меня пока еще такой возможности нет. Мне придется опять же копить деньги. Я-то думал, что мы с тобой сегодня пройдем. Да, походу вот эти вот самые сложные уровни пошли. А деньги копить буду я, наверное, на ежедневках. Также попробую на арене выбить 2000 голды, которые... Блин, 50 гемов. Оу, здесь 20 этих, ребята, 20 пиньят. 2000 здесь попробую выбить. Короче, найду способ себе здесь заработать. Где-то 1005-10. И опять же с вами вернемся в эту игру и продолжим играть. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.